Ну а прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей нашего города, узнала съемочная группа РЕН-ТВ «Саратов». Что у вас в жизни нового произошло? Какие события? С работы уволился. Устраиваюсь на другую работу. Этим летом я съездил в отпуск, посетил различные города. Казань, Тольятти, Самара. К сыну приехала, можно сказать, в гости. Спустя 40 лет встретились с одноклассниками. Ездил на родину, в Татарию. Вчера я дочитала Гелеровского Владимира Алексеевича. Прекрасный писатель. Весной женился, ждем ребенка. Родился сын. Вчера дочке исполнилось 20 лет. Я вот сменил город Санкт-Петербург на город Саратов. Закрутил 15 литров яблочного сока. Поймал карпана 6 килограмм. Вот такой.